Я практически все, выставку вошел, посмотрел, да, все стенды региона. Вот, ну, где-то там побольше площади, где-то поменьше, но в целом по числу как бы интерактива и каких-то действий наш регион выделился. И можно было там и в аэрохоккей поиграть, и там груфу ударить, вот, и силу удара измерить, и золото поискать, толчака, который предлагали. Ну и, естественно, центральный экспонат у нас, макет ракетоносителя «Ангара», внутри которого демонстрировался фильм про город Омск. Ну, практически обзор был 360 градусов. Вот, и, ну, было очень интересно и увлекательно его посмотреть. Меня очень порадовало, что люди с интересом отнеслись к этому. Я думаю, что вот на протяжении всех этих месяцев до апреля там будут народ, и это хорошо, это здорово. И я всех призываю прийти и посмотреть. Это действительно впечатляет, размах этой выставки, ну и достояние нашего государства, посмотреть и увидеть своими глазами.